Да, включай. Масло Синт. 28 тысяч километров пробег. 5 месяцев моточасов. Пошла, подвиси. В прошлый раз мы видео показывали. Toyota Alphard. На армянских номерах. Вот он стоит. Мы сейчас слили с него масло. Без с этого фильтра. С этого фильтра взяли, если его даже она вот это поменяла. Все, 3 блина. 4 блина. 5 6 7 8. Так, видео разберу, наверное, что 10 10 10. Другие масла уже, новые масла уже остановились бы, да? 11. Она на первом-втором блине уже начинает забирать. Ара, да. 12. Так, давай новые свои, новые баклажки. Стасы, сколько? Полные баклажки. Полные? Полные. Так, лёжа, став. 14 блинов. 16 блинов. 16 блинов. Так, нагрузка у нас 1,2 ампер. Да, померзли сами. 18 блинов. Полностью? Масло сыпь. 20 блинов. Мама, ты! Смотри, 20 блинов, как принял? А, нет, такого можно, но даже интернета не было. Я смотрел там. 22 24. Чего он тебе так болтается? Давай, давай, еще, давай, продолжай. 16 килограммовый гирю же. Они полные. Этому маслу нет предела. Еще сможешь его сделать? Давай руку свою вот так поставлю сверху. Сколько уже? 26, да? 26. Давай, давай ты еще один попробуй, попытайся еще хотя бы еще один мандрусу. Еще один, брат. Уже. Рекорд поставим, чем в прошлый раз больше еще. Держи, держи. Дымит масло. Он уже закипает. 28. 28? Да. Так, нагрузка 1,5 ампера, да? Полтора. Да. Ну куда еще 28? Уже все, на 20 минут уже превысили любое масло. Все, работает. Работает, работает. Так, масло уже загнило, да? Да, да, да. Кипит. Масло уже кипит, кипит. Все, хватит, надо выключать уже. Так, теперь давайте вытаскиваем, снимаем, смотрим, что получилось из носа. А то мы в прошлый раз случайно сняли его, потом второе видео снимали. Говорят, что масло не все значит. Масло — это основа всего. Ну там присадки. Да. Поэтому она и цена соответственно. Нагрелась, да? О, вот дымит у нас. Вот. А протяни. Вот ее вырвало. Сейчас. Оно ужасно горячее. Вот. Я, ну? Вот. А вот, да. А вот обычные масла на двух блинах. Что с ним творится, да, какой матовый цвет. А этот глянец, аж блестит оно. На 20 блинах. Это ничего не стоило. Так, что? Температуру проверим. Температура? Она же кипела уже, да? Почти. Да. 1200. Нет, 120. Она под 132. До 220, до 230 грели мы его. Ну, конечно, все равно столько не поднимается. Она 100-110, она греется, больше не греется. А перегрева масло же, когда перегрева мотора же, масло обычным чем-то. Ну, все, друзья, покупайте масло Акона. 230 градусов.